Паша, я вот помню в Газпроме. Я говорю, Юра, нет уже? Он говорит, нет, из коммуны отказался. Хорошо, по какому алгоритму мы можем сработать? Скажите просто, чтобы я понимал, сколько времени... Когда вам это надо? И как вам это делать? Ну, если честно, то вчера. Ну, понятно. Письмо это я подготовлю. Если бы завтра я получил, я готов примчаться на крылья в любое назначенное время. Думаю, он скинет. А, сосканированное, да? Можно, мне нужно обязательно... Вот все документы, которые вы видите, у меня какой-то, естественно, то есть сосканировать можно... Давайте, да. А, можно сделать так. А, вот мой email. Ну, про то и речь. Ну, понятно.